Бэкстейджи! Привет! Just what is it that you want to do? Well, we want to be free! Загорелась? Да. Всем привет! Мы находимся на съемочной площадке сериала «Зоозащитники». И рядом со мной стоит автор идеи сериала и главная героиня сериала Янина. Мейсон. Расскажи, пожалуйста, как тебе пришла идея создать этот сериал? И это, я так понимаю, будет тизер, да? Да, этого сериала. Да, это тизер. Как пришла идея? Ну, во-первых, я сама занимаюсь зоозащитой уже на протяжении лет так 5. Плюс я обожаю фильмы и сериалы про супергероев. Они всегда спасают людей. А мне интересна тема спасения животных. Я решила, что будет здорово сделать про это фильм. Сценарий этого тизера ты написала сама? Нет, я накидала только основу, а так у нас есть сценарист. Но что мешало тебе написать сценарий самой? То есть, в принципе, идея же полностью, да, твоя? Ну, идея полностью моя, но я не владею должными навыками. А как пришла идея именно снять тизер по этому сценарию? Как это все? А, ну потому что мы хотим предлагать его на платформы, предлагать инвесторам, и для этого, собственно, и снимаем тизер. Вот, как ты нашла команду для реализации этого проекта? А мы с ребятами сейчас параллельно работаем на другом проекте, и я их подтянула. То есть ты участвовала в других проектах как актриса, и оттуда нашла людей, которые бы могли бы тебе помочь с этим тизером, так получается? Да, именно так. Что вот у тебя прошел сегодня первый съемочный день, правильно? Что для тебя было сложным? Самым сложным. Именно сегодня или вообще? Ну, сегодня. Не знаю, говорить речь. Перед разбитием тарелки. Ребят, спасибо большое, что поддержали этот проект. Мой первый фильм в таком участии, не только как актриса, но и автора. Спасибо вам всем огромное. Я очень надеюсь, что наш фильм получит большое будущее. И в любом случае мы делаем хорошее дело. Спасибо всем. Ура! То есть на самом деле... На самом деле самое сложное было, мне кажется, это вот работа с собакой, потому что я очень за нее переживала. Реально. А вот эти драки, там всякие вот экшн-сцены, они тебя никак не смутили? Это же все-таки впервые же у тебя такое, да? Нет, не впервые, я их обожаю. Нет, слушай, ну все было интересно, все круто, я довольна. Пусть у нас сейчас будет три кадра. Да, мы сейчас собаку. Вот. Значит, ты меня хочешь, а потом ты входишь кадр. Сейчас ты будешь кадр, диалог. И вот ваш диалог. Красота. Вообще замечательно. Не-не-не, ты только пришла, ты сейчас будешь на них прятаться. Стоишь и смотришь на красоту. Да, как там елочка переливается. Давайте просто пока что сейчас по тексту попробуем сойтись, вы туда не ходите. Давайте. Готовность начинать. Эй, прекратите! Ты что сказала, сучка? Тебе какое дело? Вали отсюда! Эй, прекратите! Ты что, непонятно? Я сказал, вали отсюда, пока цела. Сказала, что вам пора прекращать издеваться над слабыми и найти себе соперника по силам. Что ты там вякнул? Посыпалось. Да. Не дергаемся. По тексту мы сейчас немножко подсократим твой текст. Его, это очень длинный диалог, который любит Кирилл. Мы сейчас все это порежем, прям сокращай до сути. И все, две фразы. Дальше говорит только он, и ты стоишь, да? Вот просто здесь набычилось и все, стоишь. Ты что, непонятно, сказал, давай сюда поцелуй. Где камушки? Мотор идет. Сцена 2, дубль 1. Сейчас, секунду, не идет. Секундочку. Все. Меня идет. Так. Звук? Идет. Сцена 2, кадр 1, дубль 1. Готов. И начали!
А пройди туда вперед, там, иди к ним. До своей точки, где ты с ним разговариваешь. Да? До точки, где ты с ним разговариваешь. Чуть-чуть поактивнее только. Мне нужно, типа, прийти на вот сюда. Яна, левее точка у тебя будет. Стань левее. Еще, еще. Вот здесь. Пойдем назад? Нет, я выпущу сразу. Сейчас мы пока на фразу. А, окей. Леш, мне сразу, да? Сразу. Это 7-й будет? Да. 2 секунды просто, да? Камера готова. Мотор идет. Сцена 2, кадр 7, дубль 1. И начали! Эй! Собаку отпустили? Чё ты там вякнула, сучки? Смотри, как твое дело, блядь, сюда! Оскар. Чуть-чуть дай ему пожить. Две секунды после начали, или даже дай ему 3 секунды. Пусть он немножко... Я на вещи. Смотри, сейчас у тебя карикатурно, это должно быть типа... Одного проводил, второго уже можешь сказать, типа, и ты прям посакатил, такой, типа, оп, поплыл. Что такое? Сам споткнулся об эту палку, и палку схватил. Давайте еще раз. И начали. Хорош. Не попало? Ну, вообще классно. Вот если сейчас, вот сейчас было. Если так оттянешь, то у тебя сейчас хорошо вообще было. У тебя, смотри, то есть у тебя ты можешь, типа, когда получаешь, вот это влететь, да? Да. Оно так влезет. Ну, сползти прям по месту. А, важный момент. Типа, у тебя, ты, типа, в сознании, ты когда сползаешь, речь идет, что было лично сделано, чтобы движение, то есть, ты, типа, если это максимально, то тогда на бой, и тогда пойдет дальше. Это как бы пожалуйста, ты спрячешься, вставай, ты готовишься. Я знаю. Тебе надо дойти. Все, ребят, парни, это красавчики, вы молодцы. Хорошо. Это было круто. Спасибо. Там на грани контакта. Все сыграл как наше. Все, супер, дальше. Сейчас, смотри, выставляю. У меня сейчас твой крупный. Сейчас момент, как у тебя попадает. То есть, я положаю, когда сел. Не переживай, я возьму только как ты, и попадать от тебя не буду. Дальше твой крупный, и дуэль замах. И все. Остался один чуть-чуть. Ну да, она же в настроении. Вот так, другую сторону. Блин. И начали! Это совсем был разный цилиндр. Поздно. И важно, это говорите, конечный итог твоего удара.
Да, то есть потому ты... что по его факту он разворачивается, реагирует на него. Но сейчас ты сказала, ты никогда не довела еще до конца. Типа, ба! В самом конце. Давайте попробуем. Крови дайте нам, пожалуйста. Дайте крови и зрелище. Все молодцы, все красиво получается, да? Сейчас мы уж раз начали делать красиво, да, все красиво делать. Да. Камера готова. Я. Сцена 2, кадр 15, дубль 2. И начали. Стоп. Смотри, будем делать. Сейчас делаю шаг назад. Сейчас вынесу так. Ага. Значит, да, сейчас делаю шаг назад. Вот. Делаю шаг вперед, раскладываю дубинку. Типа, он на нее косится, и ты делаешь шаг ему навстречу. Да. Потому что есть разложение. Давай попробуем вверх сегодня. Готовы? Камера, мотор. Сцена 2, кадр 17, дубль 1. И начали. Стоп. А, смотрите. Все, точно хорошо. Сейчас мы на разгон. Да, давай я дубинку разгоню. Можно больше. Нужно реагировать на нее, типа ты либо прячешься, либо мне уж на месте, типа откручиваешь палку руками. Ну то есть тебе нужно чипчик, потому что я тебя вижу. А, ты переминаешься в динамику, да, ты готовишься к удару, вот. Либо чуть назад прячешься там, да. В целом все было неплохо. Все мы делаем. Бум-бум-бум. Готовы? И начали. Стоп, стоп. Я, смотри, вот все хорошо. Последний раз, что ты все подведи. Я веду. А то ты его перебиваешься. То есть ты довольна первым сегодняшним днем? Ну... Абсолютно. А, ну хорошо, первый съемочный день закончен, ждем второй. Надеюсь, у Яны все получится. Ты молодец. Мне тоже съемочный день понравился. Все, всем пока.